На часах 8 утра и дорога к юниору постепенно наполняется спортсменами. Через час здесь стартует эстафета «100 красивых мест Нижегородской земли». Саровчанам предстоит преодолеть дистанцию 3 километра. Обязательный этап подготовки – разминка. 5 минут, потраченные на правильную подготовку своего тела, помогут избежать возможных травм и бежать гораздо эффективнее. Я думаю, что вначале я сильно не побегу и приберегу силы под конец и буду бежать где-то средним темпом, чтобы потом в конце попытаться к финишу рвануть. К марафону, который в эти дни проходит во всех муниципалитетах области, присоединилось более сотни саровчан. Сотрудников МЧС, военных, работников РФИАЦ в НИЕФ, студентов с РФТИ, НИЯО, МИФИ, представителей спортивной общественности и воспитанников ШОР АТОМ. Стартовали от юниора и пробежали по знаковым местам нашего города в пойме Сатиса. Победили здесь сегодня все, потому что я вот бежала на трассе, я видела, как люди с такой энергией, с таким энтузиазмом, они общались, они переживали друг за друга, мальчишки переживали за девочек, девочки переживали за ребят. Когда пробегаешь эту дистанцию, то есть пейзажи, достопримечательности города, как бы дополнительно силы прибавляют забегу. Для города, я считаю, это тоже неотъемлемая часть, потому что прививает к спорту любовь среди молодежи, среди даже граждан постарше, потому что, мне кажется, уже здесь довольно-таки много народу собралось. Забег пройдет в 51 муниципальном образовании. Символическую эстафету передадут из одного уголка Нижегородской земли в другой. Все забеги снимают профессиональные видеографы. По его итогам создадут фильм о достопримечательностях нашего региона. Сегодня у вас уникальная возможность показать самые замечательные места города Сарова. Вы побежите по нашей монастырской площади, и все жители Нижегородской области увидят наши замечательные купола, наши замечательные места, Висячий мост, Монастырская площадь, наши храмы. И спуститесь к Красному зданию, где творили наши знаменитые физики. Первые 100 участников получили памятные медали и дипломы от Министерства спорта Нижегородской области. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич. Служба новостей Саров, 24.